Hi guys, I just talked to a Russian guy from Kuban, that's a Russian region, was trying to cross the border in Georgia, from Russia to Georgia. And this is really crazy because there are like hundreds, thousands of cars that are standing to cross the border. And you can spend in this traffic jam days or even weeks, and people stay there because they want to escape with no food, no water. Local people try to help them, but of course not only help, also to make money of them. For example, some guys they sell a seat place in a bus, and the price in this bus is around $2,600 for one place. So you can imagine if this bus has like 20 or 30 places to sit, that's an enormous sum of money, especially for people in Russian regions. Or also taxi drivers, they do pretty the same thing. They sell seats in their car. This man told me that it's the price in this car is about 75,000 rubles. It's about $1,300 for a place in a taxi. Just the price to cross the border, to pass this several kilometers, because they go on the front line and they go ahead toward the border, passing all other cars, so breaking the laws, the rules, actually. And even there on the border, you can stand for, I mean, these last 200 meters, you can wait for a day or even longer. So yeah, I will talk to this guy later today. You'll see an interview. После обращения нашего великого могучего сразу образовалось что-то такое внутри очень тревожное. Оно и до этого-то было, а после этого вообще появилось ощущение, что нужно что-то делать. Нужно каким-то образом, так сказать, обезопасить себя, семью и уезжать. Мы решили с женой уехать в Грузию, потому что там есть родственники. Ну, опять же, из Краснодара это ближе сделать на машине. Вот. А собрались, погрузились, там отфильтровали вещи, собрали собаку старую уже, двинули в сторону Грузии через Верхний Ларс, переход. Пока мы ехали на границе Северной Осетии, начали устанавливать блокпосты на фильтрацию вновь въезжающих. То есть мы на этом блокпосту простояли часов 5, тяжело было стоять, но в принципе мы хоть как-то двигались. Опять же, то есть там спать нельзя было, потому что постоянно как-то нужно было машину двигать. Только заснешь, обязательно кто-то сигналит, что надо там проехать. Выехали из Владикавказа и поехали в сторону Верхнего Ларса. И встряли в пробку порядка 18-20 километров. Рано радовались. Стояли где-то почти сутки. За сутки мы, наверное, проехали километров 5. И начали ходить слухи по телеграмму, по очереди начали распространяться слухи, что будут закрывать выезд всем мужчинам вот буквально чуть ли вот не сейчас. Вот и жена мне сказала, говорит, давай, ну тут недалеко осталось, ты пересеки границу и меня с той стороны подожди. Прошли порядка там 14 километров, и чем ближе подходили, тем больше понимали, насколько все плохо. То есть сначала было там один ряд, потом два ряда, потом начал появляться третий, потом уже четвертый, и уже потом по встречке начал пятый. По встречке очень много шло машин с осетинскими номерами, которые работали проводниками. Предлагали где-то от 40 до 150 тысяч за проводку машины. Я так понял, там, видимо, смотрели, сколько у людей денег есть. Есть такое подозрение, что они как-то либо в сговоре с местными МВДшниками, ГИБДДшниками. Ну, то есть и проезжает машина 15-го региона, а за ней едет тут, кого они ведут, а там стоит полицейский. Полицейский тормозит машинку и говорит, что здравствуйте,
видимо, траливали, с вас там деньги. Вот, по словам одного человека, его так тысяч на 50 и развели. То есть он заплатил 160 или сколько? Ну, он что-то в районе 150, видимо, заплатил. Ну, у него машина хорошая была, по Infiniti, то есть он, видимо, там прибавил. По малым суммам не обойдешься. Да. 150 и еще полтос он, да, там где-то дал на лапу. И вернулся на конец. Его отправили обратно, да. Думаешь о том, что ты, возможно, больше никогда не вернешься в Россию? Я стараюсь об этом, блин, не думать. Я, если честно, так стремился уехать из России последние 5 лет. Блин, вот когда ты понимаешь, что вот оно, ты уехал, и сразу, блин, ну у нас на Кубани не березки, у нас там камыши, поля, вот, и сразу такой, блин, как же вот это все оставить? Ну, понимаешь, что надо что-то делать. Дальше надо двигаться дальше. В России, к сожалению, увы, ах, думаю, все будет не очень хорошо. Я очень хочу надеяться, что я ошибаюсь, но все показывает к тому, что там все будет не очень весело. Сейчас основное, это, наверное, надо вытаскивать родных, потому что в России будет хорошо лет через 50, но мы, к сожалению, можем до этого момента не дожить. Вот.